Здравствуйте, друзья! Рада приветствовать на своем канале. Вот у меня в двух горшочках таких небольших, обычной земле с огорода, рос имбирь. Вот, как видите, уже посохли его листья. Здесь вот единственная его веточка. Вот, видите, зеленая одна. Вот. Она зеленая. Но клубни уже видим здесь такие приличные. И нужно выкопать урожай. Для этого я вот эти все... Ой, даже здесь и обрезать не надо. Они все обрываются. Оборву. Сейчас ведро вытряхну землю и посмотрим, какое там наросло корневище. Вот поместила я кусочек ведро. Его вытряхнуть. Конечно, чтобы это было лето, это можно было бы сделать все на улице, было бы проще, но здесь и так хватает мусора, и не хочется уж больно здесь мусорить. Вот с этого вот такое вот корневище получилось. Вот это и был поменьше, но все равно клубни есть, вот видите. Сейчас проделаем ту же операцию, повторим. Этот палок нарос. До сих пор не даже выходили через отверстие. Не так легко получается. Не хочет. Мы его исключим. Они даже расперли здесь. Вот. Достали. Здесь вот урожай будет получше. Вот. Такие вот, смотрите, клубни. Вот эти корешки абсолютно не нужны. Мы будем только брать вот такие клубни. Вот так буду очищать. Немножечко я клубни обрежу, чтобы посадить в землю. Никакого проращивания я не делаю. Я так и в прошлом году, когда вот достала имбирь с горшка, отделила пару корешков небольших и посадила его обратно в горшок. Пришло время, он пророс сам. Вот, а это просто корни здесь вот. Что с него делать? Некоторые делают с медом, нарезают и как витаминный комплекс употребляют. Я же буду натирать клубни и печь имбирные пряники. Можно, конечно, порезать, посушить, потом смолоть и употреблять как порошок, но здесь не такое большое количество, что прям уж надо сушить его. Потихоньку уйдет. Вот. Он неплохо хранится в холодильнике какое-то время. Если вы хотите тоже выращивать имбирь, это без проблем. Идете в магазин, покупаете хорошие такие не высохшие корешки. Смотрите, чтобы были глазки, допустим, наклюнутые. Фокус плохо наводится. Вот. И сажаете просто в землю. Он сам прорастает. И растет. И вот можно иметь свой имбирь. Ну вот я почистила от корешков. Даже здесь вот еще корешочек остался один. Дома промою, просушу и положу в холодильник. И буду по надобности использовать. А вот эти оставила с корешками, чтобы он не тратил свои силы на укоренение. Все равно есть корешки. Но это не обязательно. Достаточно хорошо и так сам укореняется. И вот опять насыпала земельку. И вот посадим. Вот видите, здесь есть лозочки. Откуда пойдут расти побеги.
И второй такой вот тоже посадим, присыплем, прольем, и будет у нас на следующий год свой имбирь. Их можно просто будет с горшка, когда станет тепло в мае, высадить в открытый грунт, в теплицу. Они тоже очень хорошо разрастаются. А осенью уже, когда пройдут морозы, выкопать тоже можно и так выращивать. Ну, горшочки как бы проще. Здесь посадил, поливаешь цитрусы, их полил. Вот. А в теплице все время не хватает места. То томатом, то огурцам, то инжиром. Вот так вот. Выращивайте, пробуйте. Все у вас получится. Всем спасибо за внимание.